Всі щасливі родини щасливі однаково, всі нещасливі нещасливі по-своєму. Лев Толстой, Анна Кареніна, а в ефірі телеканалу ОТВ поради психолога з практикуючим медичним психологом Оксаною Кличко-Макаренко. Я вітаю наших глядачів і нагадаю, що ми в попередніх передачах обговорювали проблемні стосунки між чоловіком і жінкою. І, зокрема, в останній передачі ми говорили про кризи, які бувають у цих стосунках. Сьогодні ми тему продовжуємо. Оксана, добрий вечір. Здравствуйте. Що саме сьогодні ми обговорюємо? Ну, сьогодні ми з вами поговоримо о прив'язаності як таковой, о готовності і способності зближатися з другим чоловіком, о том, де це береться, як це формується, по якій причині у нас виникають определенні складності, от іменно на начальних етапах і потім в процесі вже того, як сформувалась пара, да, і как люди по-разному реагируют вообще на такой феномен, как близость. Привязанность у нас формируется действительно в раннем детском возрасте, и она напрямую зависит, собственно говоря, от взаимодействия с теми значимыми взрослыми, которые есть в нашей жизни в процессе нашего взросления. И очень большое значение имеет, были ли какого рода травматические события, да, какие-то травматические ситуации, которые повлияли на ребенка и как бы сформировали его такую поведенческую модель, которая потом переносится и во взрослую жизнь, во взаимодействие с партнерами, во взаимодействие с коллегами, да, в общем-то, со всем миром, со всем социумом в целом. И когда мы говорим про травму, то есть не стоит говорить о том, что, ну, каждое событие, которое происходит в нашей жизни, оно оставляет свой след именно как травма. Травма – это событие, которое было по какой-то причине опасным для нашей жизни, нашего здоровья, целостности нашего тела, и оно имело сильные эмоциональные последствия. Мы не можем говорить о том, что одно и то же событие, оно на всех производит одинаковый эффект. Абсолютно нет. На одного и того же ребенка одно и то же событие в разные периоды времени, то есть в зависимости от того, он более младшего возраста или старше, оно будет иметь разный эффект. То есть может быть травма, может быть нет. В зависимости от состояния ребенка в данный конкретный момент времени, то есть насколько он ресурсен или нет, там, болеет или не болеет, по-разному, да, реагирует. То есть на разные детей по-разному одно и то же событие производит, да, разный эффект. Но если мы говорим конкретно о травме привязанности, то есть какого рода это могут быть травмы. Остановимся тут еще на самом понятии привязанности. Нужно вначале определить, что это такое, откуда это взялось. Если мы говорим про, ну, биологию, да, то привязанность – это определенный тоже такой мотивационно-поведенческий паттерн, опять-таки, поведенческая модель, которая дана нам природой, выработана в процессе эволюции для того, чтобы детеныш выживал. И привязанность к матери. Первая. Привязанность к матери, да, для того, чтобы ребенок, ну, к значимому взрослому, в принципе, да, к матери в первую очередь, мать, как первый человек, для того, чтобы ребенок доверял этому человеку, для того, чтобы он следовал за ним, для того, чтобы он подражал ему, для того, чтобы он хотел нравиться этому человеку. И привязанность со стороны взрослого дана для того, чтобы взрослый хотел заботиться об этом ребенке, да, для того, чтобы он хотел вкладываться, для того, чтобы он следил за его безопасностью, для того, чтобы он удовлетворял его потребности. Все это сделано по причине того, что в наш вид рожает детей не самостоятельных, и они очень долго еще являются не самостоятельными. То есть это не так, как рыбка там икру отметала, там из тысячи там одно выжило, хорошо, да, там через какое-то время еще отметала. То есть мы рожаем детей редко, и поэтому требуются большие вложения в то, чтобы конкретно наш питомец. Наш, ну, как минимум выжил до 18 лет. Возвращаясь к теме травмы, да, что какие события могут на самом деле быть потенциально травмирующими для ребенка? Ну, понятное дело, это отсутствие этого самого значимого взрослого, который не может заботиться о нем, который не может удовлетворять его потребности, давать ему это чувство безопасности. То есть нет какой-то такой фигуры, на которой можно полностью сосредоточиться и с которой можно расслабиться. Либо же возможно, что этот значимый взрослый, он и есть, или был какое-то время, да, а потом перестал быть. То есть вот это, мы говорим про травму потери, травму утраты.
Вот. Либо же есть какой-то значимый взрослый, и даже контакт с ним имеет место быть, но по какой-то причине этот взрослый не может заботиться о ребенке. То есть, ну, либо это там, тяжело болен человек, или ну, вот какие-то зависимости, или что-то еще. Ну, вот, есть какие-то ограничения, отсутствие временное или постоянное, либо какие-то нелогичные, непостоянные отношения, да, вот, по отношению к ребенку. То есть это непредсказуемые какие-то отношения. То есть сегодня вроде бы все хорошо, а завтра ситуация меняется, и ребенок не понимает, по какой причине ситуация меняется. Либо таким же травмирующим событием может быть наличие этого самого значимого взрослого, но который является не защитой для ребенка, а скорее несет для него опасность. И, ну, собственно говоря, тогда ребенок опять-таки не может находиться в этой здоровой атмосфере, да, в которой он может расти и развиваться. Вот. Либо же ситуация, когда вот есть какой-то круг этих значимых взрослых, да, вот есть семья, с которыми ребенок живет, и эти взрослые начинают по какой-то причине между собой конфликтовать. И мало того, что они конфликтуют, они еще втягивают в эту ситуацию ребенка и заставляют, например, его сделать выбор. А кого ты больше любишь, маму, папу или бабушку? Да? Вот. И для ребенка это настолько болезненная, непереносимая внутренняя ситуация, что вот он... Він нічого не може зробити, він має просто суватись до цієї ситуації. Да. И он опять-таки пребывает в этом состоянии травмы, да. Вот. И тогда мы говорим о том, что имеет место быть определенные последствия в будущем. Ярче всего, конечно, это проявляется у нас обычно на поведенческом уровне у детей. И какие-то там деструктивные ситуации могут включаться, то есть дети начинают себя как-то агрессивно и нелогично вести. Это может быть, ну, таким возрастной регресс. Таким чином дитина звертає увагу у дорослих, що щось не гаразд. Переключиться на свои потребности. Кто-то из детей закрывается наоборот, кто-то отказывается. Вот мы еще говорили в самой первой передаче о том, что кто-то закрывает свои эмоции, учится не чувствовать, не слышать себя, да, убирает какие-то потребности свои, в поведении меняется. То есть пытается каким-то образом адаптироваться и подстроиться под ту ситуацию, которую он имеет. И дальше мы говорим о том, что могут быть также последствия в плане развития ребенка, потому что вот наш мозг работает таким образом. Мы либо сосредоточены на состоянии близости нашей, причем это и про ребенка можем говорить, и про взрослого. Да? То есть либо мы создаем это для себя состояние комфорта, когда мы уверены в тех людях, которые рядом с нами сейчас находятся. Вот. И мы боремся за эту ситуацию, да? Если мы не уверены в этом. Либо мы тогда развиваемся сами. То есть у детей, которые находятся именно в тяжелых, там, токсичных, каких-то деструктивных семьях, у них очень часто наблюдаются какие-то вот задержки психологического или там, физического развития. Бывают, конечно, ситуации, когда ребенок дает наоборот компенсаторный какой-то эффект, когда он пытается очень сильно соответствовать там, ожиданиям взрослых там, или таким образом заслужить свою любовь. Но по большей части, то есть это какая-то закрытость, отделенность и попытка уйти в свой какой-то мир для того, чтобы эти сложности и проблемы не решать. Или поиски авторитетов и своего места где-то на улице, да, грубо говоря? Ну, это если мы уже говорим про более взрослых детей. Угу. То есть, опять-таки, мы говорили о том, что понятие, ну, вообще форма семьи, да, вот модель семьи, она формируется в ребенке до 6 лет. Вот. Потом дети становятся, да, более взрослыми, они уже могут уходить в какой-то другой там, социум, переключаться и каким-то образом пытаться заместить вот эти вот проблемы, которые есть у него внутри, и с родителями, в частности, за счет окружающего мира. Но пока он полностью, ребенок полностью сосредоточен на семье, то он как бы является заложником этой ситуации. Мало того, он является заложником ситуации, в которой он сделать ничего не может, потому что все решения принимаются взрослыми. Его мнение никто в этот момент не учитывает. Поэтому он находит те адаптивные модели, которые, ну, как бы для него доступны в данный момент. Да? То есть мы пытаемся изменить то, что мы можем изменить, в принципе, или закрыть на глаза на то, что мы изменить не можем. И дальше, когда ребенок вырастает, ну, как бы, да, мы уже ушли из семьи, да, мы уже не зависим от наших родителей, ну, или зависим, но не в такой большой степени. И да, мы взрослые, мы можем что-то менять, но мы
оказываемся в каких-то отношениях с другим человеком, и понятное дело, что рано или поздно возникают кризисные какие-то моменты, когда приходится, там, допустим, отстаивать свою точку зрения или, ну, там, преследовать какие-то свои интересы. Да, это всегда договор, это, ну, вот, всегда поиск каких-то паритетов. И тут проявится... И тут проявляется, проблема, да, вот это вот момент, момент привязанности. Во-первых, это все очень видно еще на старте. Вообще до того момента, как люди еще, в принципе, выстроили пару. То есть это вообще, ну, вот в ситуации входа в отношения. Потому что люди, которые выросли в ситуации именно здоровой психологической атмосферы, и у них сформирована так называемая здоровая привязанность, они спокойно переносят чувство одиночества. Для них это не является тягостным. Для них одиночество не является там состоянием «О боже, я умру». Если я буду один, мне обязательно нужен хоть кто-нибудь, потому что я сам не выживу никогда. Вот, они готовы идти в отношения, они готовы их строить, они готовы идти на компромиссы, они спокойно переживают ситуации, когда партнера нет рядом, у них это не вызывает какие-то зашкаливающие эмоции. Вот, они с такой же готовностью по возвращению партнера опять включаются в эти отношения, продолжают как бы сотрудничать, начиная с, ну, с того уровня, с той точки, на которой они закончили. Вот. И это самый такой лайтовый, простой, ну, как бы, самая простая такая модель построения отношений с такими людьми, конечно, потому что люди готовы к диалогу и готовы слышать и слушать. И если мы говорим про какие-то уже такие не совсем здоровые ситуации, то вот там, как у Толстого, да, вот каждая семья несчастлива по-своему, там у нас уже есть разнообразие. То есть все здоровые, они одинаковые, и, кстати, их в большинстве проводились исследования, которые показали, что независимо от страны, независимо от культуры, приблизительно 60% людей у нас являются вот носителями этой самой здоровой модели. То есть это очень обнадеживает на самом деле. И следующая по статистике у нас такая уже нездоровая модель – это зависимые отношения, это тревожный тип людей, их порядка 20%. И выражается это как раз вот в этой огромной потребности в своем партнере. То есть если в детском возрасте это огромная потребность своей маме, это дети, которые очень сложно переносят отсутствие родителей, они не способны играть, там, как-то заниматься, развиваться и так далее, или им это очень тяжело дается, когда значимого взрослого нет рядом. Это большая потребность в контроле того, где родитель, что он делает и так далее. И во взрослом возрасте вся эта ситуация, она переводится, конечно же, на партнера. Выливается на партнера. Да, то есть это, тут мы имеем ситуацию патологической ревности. Это когда ну, любой повод, не повод, он расценивается исключительно с позиции собственной травмы. Это постоянный страх того, что меня бросят, от меня уйдут и ко мне больше не вернутся. Это то, что я сам не выживу. Это вот когда приходят люди на консультацию и говорят о том, что, Господи, если он меня бросит, то для меня это все. А все это, ну, значит, я после этого просто умру, просто жить, ну, перестану существовать. Это постоянная необходимость вот каким-то образом удерживать и привязывать. И тут мы говорим о манипуляциях, наверное. О манипуляциях в отношениях, да. Причем это именно не про то, что договориться, создать какую-то атмосферу, найти какие-то способы для того, чтобы привлечь человека, увлечь человека. А мы говорим о том, что именно вот через какое-то, возможно, давление, даже шантаж некоторые какой-то. Моменты насилия, шантаж. Это женщины, которые там прокалывают презервативы для того, чтобы мужчина остался с ними. Или мужчины, наоборот, там нарушают договора касаемо контрацепции для того, чтобы женщину привязать к себе, чтобы она осталась с ним, вышла за него замуж. То есть это постоянные проверки телефонов, это мониторинг всех друзей, знакомых, подруг. Ну, то есть вот это вот такие вот прям нездоровые какие-то проявления, которые постоянно требуют от человека другого, чтобы он соответствовал твоим ожиданиям и, мало того, постоянно как бы доказывал, что ты являешься значимым в его жизни или в ее, и что ты никуда не собираешься больше, собственно говоря. Но это очень такие тяжелые достаточно отношения вот для партнера,
Но мы их наблюдаем достаточно часто, к сожалению. Это вот именно те пресловутые созависимые и зависимые отношения, да, вот, ну, из которых потом очень больно уходить. Буде розрив, да? Тому що хтось із пари не витримає. Не совсем, нет, нет, не обязательно. Если, бывает так, что залишаются, бывает, да? Бывает, ну, если, собственно говоря, две болюски нашли друг друга, то угу. они могут очень долго в этом всем... Потребность страдать и одного, да, и да, другого. Да, да, да. И они, в общем, могут играться на этих качельках очень долго. Вот. Люди с удивлением, конечно, смотрят на это все со стороны, и, но, в принципе, они как, каким-то образом доигрывают, да, вот эту ситуацию, которая была там в родительской семье, вот эта вот бешеная потребность в любви, а докажите мне эту любовь, вот они таким образом как бы доигрывают ее в своих отношениях. Вот. И причем делают систематически друг другу больно, считая, что таким образом они быстрее получат эту вот любовь. Ну, то есть, когда кто-то страдает из-за меня, он, наверное, меня любит. Есть еще один тип у нас привязанности, который как раз является противоположным зависимому. Он называется контрзависимый или избегающий тип. Это, скорее всего, дети, которые не получили достаточную поддержку в детском возрасте, да, то есть у них не выработалась эта привязанность к взрослому. Они не доверяют или не ждут помощи от другого человека. То есть у них по какой-то причине сформировалось вот это вот состояние «лучше я сам». Ну вот мне самому проще, потому что если я кого-то к себе подпущу, если я к кому-то привяжусь, то мне могут сделать больно. Если рядом никого нет, то мне, в принципе, не больно. Вот. И это люди, которые как раз избегают близости. Это такие вот ежики, которые на какой-то контакт они идут, но как только партнер пытается действительно вот предложить что-то серьезное, значимое, большое, человек разворачивается, уходит, либо обесценивает и говорит о том, что нет, нет, спасибо, мне этого не надо, все равно у нас ничего не получится, то есть, ну, заранее ставит как бы крест на этом, и я лучше один. Это люди, которые могут там переключаться на какие-то заместительные вещи, то есть там на работу. Уйти в работу или, с головой. Да, или в какие-то вот нездоровые, там, деструктивные, опять-таки, штуки. Как раз вот эта вот несформированность доверия, да, и страх близости как потенциально опасного, как потенциально травматического, возможно, как раз по причине того, что ребенок рос в деструктивной семье, в которой практиковалось насилие. То есть он знает, что близкие люди, они могут делать тебе больно. То есть и воспринимают, в принципе, состояние любви. Ну, говорят же, что пап с мамой тебя любят же в любом случае, mm-hmm. даже если они очень плохо по отношению к тебе себя ведут. Вот. И для ребенка вот это вот состояние любви, состояние боли, оно очень тождественно. И поэтому, понятное дело, срабатывает инстинкт самосохранения, когда кто-то говорит о том, что ну давай. Нет, не надо. Спасибо. Плавали, знаем. Який приклад ми можемо привести таких стосунків, щоб було зрозуміліше? Ну, если вот мы говорим про избегающий тип, то, например, есть фильм, который все знают, это «Укрощение строптивого». Вот там очень ярко как бы показан именно этот вариант, когда человек пытается просто от себя отпугнуть другого человека для того, чтобы не, ну, просто не приближайтесь ко мне. Да, вот состояние угу. ежика, я на всякий случай просто самоустранюсь. Либо тоже был такой яркий фильм «Сбежавшая невеста» назывался. Uh-huh. Вот там женский вариант, да, там uh-huh. немножечко это по-другому проявлено, то есть вроде как человек пытался идти на близость, но потом от нее уходил. Вот. Если же мы говорим про дезорганизованные отношения, это про то, что когда человек, как бы с одной стороны он идет на отношения, и он готов к ним, и он действительно тянется к этой близости, она ему нужна. Вот. А с другой стороны, в какой-то момент он разворачивается и уходит. То есть нет какой-то последовательности. Да? И ну, вечные вот эти вот качельки, ближе-дальше. Это как раз про манипулятивные какие-то вещи. Сегодня я тебя искренне люблю всей душой, я очень к тебе стремлюсь, я очень тебя хочу. А завтра мне кажется, что у меня все умерло, и мне совсем уже ничего не нужно, я вообще хочу от тебя отдохнуть. И это очень... тяжело переносится вообще партнерам. Это очень токсичные такие, очень тяжелые отношения. И опять-таки наблюдать за этим всем интересно и весело. То есть это точно представление для окружающих. Но вот находиться в этом обычно те партнеры, которые как бы более здоровы в этой паре,
они уходят и больше не хотят к этому возвращаться, ну, то есть не, и к подобному ничему не хотят возвращаться. То есть это как модель такая вот, чего точно следует избегать. Опять-таки можно здесь говорить про какие-то замещающие вещи, да, когда человек уходит в какие-то зависимости. Да, с одной стороны, он вроде стремится к отношениям, а потом там, запои или там, ну, какие-нибудь игромании или еще что-то такое. Да, вот. Здесь мы можем говорить про такой тип отношений, как промискуитет, то есть когда человек в принципе не останавливается ни на каком одном партнере, а избегает этой близости и погружения, да, в отношения с другим человеком за счет того, что он постоянно этих партнеров меняет, он ни на ком не останавливается. И даже когда он приходит в терапию, он говорит о том, что я вроде как близости хочу, я к ней стремлюсь, мне это нужно, я хочу стабильности и предсказуемости, как все нормальные люди. Но я постоянно вижу в них недостатки. А недостатки, ну, чтобы вы понимали, это могут быть абсолютно разного уровня. И серии там у нее ну, це просто несприйняття, пальцы не той длины. Несприйняття іншої людини, да? Это про то, что я боюсь, что бросят меня. Ті тенденції, що зараз, от коли говорять, що зараз успішні чоловіки чи жінки, вони там, ну, досягли якихось висот у бізнесі, вони подорожують по світу, вони мають дуже багато хобі, і коли їх питають, а чому ти один чи одна в такому віці, ну, от стандарт, да, що в якомусь віці ти маєш бути вже з парою, то люди ці говорять, що, ну, навіщо мені так добре одному? Це з тієї самої серії, що якісь травми дитячі, чи це вже тенденція, ну, зовсім інша, сучасна? Коли інш, ну, я не знаю, може егоїзм якийсь такий, що просто от все для себе, і я не готовий щось дати іншому. Все дело в том, что, ну, если уж быть прям совсем откровенными и говорить об этой ситуации, которая, ну, общемировая, да, сейчас у нас наблюдается, раньше ведь мы пары формировали больше даже не по состоянию там влюбленности и потребности, необходимости в другом партнере внутреннем. Это часто были ситуации, которые были вызваны какими-то внешними причинами. Опять-таки вот культурологическое, угу. Там, давление социальное, это финансовые какие-то моменты, потому что вдвоем выжить, ну, две зарплаты – это лучше, чем одна. Вот. И, ну, вот какие-то вот потребность продолжения рода, если это возможность закрыта, да, по каким-то вот причинам, то есть нет возможности удовлетворять себя, удовлетворять свою потребность сексуальную, да, вот другим способом, только через брак. Сейчас как бы ситуация очень сильно изменилась. Сейчас уже нет такой необходимости внешней, когда на тебя mm-hmm. вот оказывают это социальное давление. Нет, понятное дело, на периферии еще где-то есть это вот, скажем, установка, что ты обязательно должен, там, если ты там, до какого-то периода, ну, не вышла замуж. Да, ты там дуже сильні традиції. Да, такі. Да. Вот. Но на самом деле мы от этого сейчас уходим постепенно. И экономически люди стали жить лучше, мы уже можем сами себя, в принципе, обеспечить. И ни мужчина, ни женщина не являются настолько экономически зависимыми от партнера. Вот. И даже в состоянии там, беременности и родов, и ухода за ребенком многие люди умудряются работать. Вот. Поэтому ну, как бы внешних признаков стало меньше. Угу. Появился еще такой очень важный момент, как наше общение вот в социальных сетях, оно поменяло в корне вообще процесс знакомства и построения отношений. И ценность человека, наверное. Личного угу. контакта. Сейчас очень много заместительных вот этих моментов. Если раньше для того, чтобы познакомиться с другим человеком, ну, это был какой-то очень узкий круг людей, с которыми ты мог взаимодействовать. То есть либо это учебное заведение, чаще всего студенты, да, вот еще студентами там на последних курсах люди женились. Это на работе, ну а там кому как повезет. У кого-то командировки могут быть, у кого-то еще курортные романы, которые обычно ни во что не выливаются, но вот бывают исключения, да, вот сказки. Яркие вспышки. Яркие вспышки, да. Вот. То сейчас, в принципе, у нас есть Facebook. У нас угу. есть Tinder, где, в принципе, люди знакомятся как раз для того, чтобы удовлетворить свою потребность сексуального толка. Вот. И не обязательно для продолжения. У нас есть масса других возможностей. То есть большая вот эта вот коммуникативная сфера, она намного расширилась.
И у нас нет необходимости держаться за одного человека. То есть мы потеряли вот эту вот способность сохранять отношения. Потому что если раньше это действительно где-то на подкорке была эта установка про то, что ценности мы сейчас, есть, мы сейчас да, разойдемся, и не факт, что я потом кого-то встречу, а доживать одному, ну как-то оно не очень хочется, то сейчас у каждого, независимо это мужчина или женщина, есть вот эта вот галочка на тему того-то, ну господи, придет следующий автобус. Да? И мы имеем то, что имеем. И, судя по всему, как бы эта река, она течет в одну сторону, и дальше будет только развиваться. То есть институт брака, он действительно сейчас очень сильно трансформируется. И будет ли он дальше, это ну, большой вопрос. То есть все, социологи, на самом деле, не дают однозначного ответа на данный момент по поводу того, что нас ждет дальше. То есть возможно, что мы придем к тому, что будут заключаться да, эти брачные договора, вот. Но это, наверное, какие-то внешние другие причины будут, скорее всего. И возможно, что эти отношения, они не будут выстраиваться на такой долгий срок, вот как они выстраиваются сейчас. Чи є у нас вихід, щоб сформувати дитину з здоровими прив'язками? Про це, певно, ми поговоримо в наступній передачі. Да, я думаю, що це іменно такая обширная тема, и у многих, наверное, сегодня возникнет как раз вопрос, а что же делать, и как нужно правильно воспитывать ребенка, как удовлетворять эти самые потребности, возможно ли удовлетворить их все в должном количестве, вот, для того, чтобы у ребенка сформировалась по итогу вот эта здоровая самая привязанность, и чтобы он смог потом впоследствии выстраивать такие же здоровые отношения с другими людьми. Вот мы в следующий раз об этом обязательно поговорим. Дякую, Оксана, за нашу розмову. Було дійсно дуже цікаво. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми продовжили обговорювати проблеми стосунків з практикуючим медичним психологом Оксаною Кличко-Макаренко. І не пропустіть нашу наступну передачу. Буде цікаво.